Мы протестуем против политического террора, против той ситуации, когда ни один человек, который пытается добиться правды, не может чувствовать себя в безопасности. Реальная тюрьма после виртуальной революции. На кого завели уголовные дела после несостоявшегося переворота Вячеслава Мальцева? Выхода нет. Как футбольный праздник в Лужниках превратился в многочасовой кошмар для болельщиков. Кушать я не буду, пить я не буду. То есть вы на сухую будете голодать? Я буду голодать на сухую. Опеки виднее. Почему у многодетной матери из Екатеринбурга отняли двух детей и как она планирует их вернуть? Во время землетрясения разбилось окно, оно упало прямо на меня. Осколки ранили, попали мне в руку и лицо. Самое мощное за 30 лет землетрясение на границе Ирана и Ирака унесло более 400 жизней. На грани нового конфликта Польша и Украина грозят друг другу новыми запретами. Здравствуйте, я Тимур Олевский. По меньшей мере 6 человек остаются под арестом после событий 5 ноября в России. Несостоявшаяся революция Вячеслава Мальцева обернулась вполне реальными уголовными делами и арестами. Сам Мальцев остается за границей, а обвинения в подготовке и организации терактов предъявлены нескольким его сторонникам. Им грозит от 5 до 15 лет тюрьмы. Ну, впрочем, в числе тех, кого следователи называют членами мальцевского движения «Артподготовка», могут оказаться и люди, которые вообще не имеют непосредственного отношения к этой организации. В Саратове, на родине Мальцева, арестован местный политический активист Сергей Рыжов. Его родные и коллеги утверждают, что Сергей не был членом «Артподготовки» и тем более не мог участвовать в подготовке терактов в родном городе. В этой истории разбиралась Ольга Яковлева. Это видео заглавлено как «Задержание силами ФСБ участников экстремистской организации «Артподготовка». Среди задержанных хозяин квартиры Федор Мартынов и его приятель, политический активист Сергей Рыжов, которому сейчас по статье 205, часть 1, грозит от 5 до 10 лет тюрьмы за якобы подготовку теракта. Находится в СИЗО. Завтра состоится апелляция на постановление об избрании меры пресечения. С Ларисой Владимировной, мамой Сергея, мы разговариваем в кафе, непосредственно перед ее допросом в ФСБ. Женщина вспоминает, как в тот же день, когда задержали сына, к ней тоже пришли с обыском. Каждую книгу вытаскивали, проверяли по страницам, причем там книги еще моих родителей, там альбомы с фотографиями старые, там какие-то газеты старые, которые они пытались проверить на экстремизм. Морально это очень тяжело, потому что я не могу сказать, что они грубо обращаются, но они обращаются вот так пренебрежительно. Уже позже в квартире Лариса Владимировна показывает фото сына в школьном и университетском альбомах. Выпускник английской гимназии и физик по образованию, Сергей сотрудничал с разными политическими силами Саратова, от националистов до либералов. Вот он с товарищами на митинге по защиту единственного в городе детского дома. Вот он в числе тех, кто пытается воспрепятствовать фальсификациям в подсчете голосов на публичных слушаниях. Вот на пикете памяти Бориса Немцова. Мы протестуем против политического террора, против той ситуации, когда ни один человек, который пытается добиться правды, не может чувствовать себя в безопасности. Знаю Сергея как адекватного человека. На каждой акции, которую он устраивал, или в которых мы участвовали, мы всегда обсуждали вопрос безопасности. Причем безопасности не только собственной, но и безопасность всех участников акции. И, в общем, действительно бредовая идея, чтобы устроить теракт на Театральной площади, особенно когда туда собирались пойти некоторые из наших сторонников. Друзья Сергея не верят в его разрушительные намерения и находят некие нестыковки в опубликованной видеозаписи. Захват главпочтампа в 21 веке. Кому он зачем нужен? Когда нам показывают кадры ареста, где предполагается, что у него какая-то шашка. Каждое воскресенье в центре Саратова собираются представители внесистемной оппозиции на так называемые прогулки свободных людей. Под пристальным вниманием полиции и представителей центра гражданские активисты общаются или идут по определенному маршруту. Сегодня здесь не очень много народу, но люди по своей инициативе подходят к камере, желая высказать слова поддержки задержанному Сергею Рыжову. Это очень порядочный, честный человек. С ним бы в разведку я спокойно бы пошел. Он хочет свободу.
своей стране, своего города, своему городу, нам всем только хорошего. Не может этот человек сделать то, что там она ему приписывает. Всего по итогам 5 ноября в городах России было задержано более 400 человек. Ольга Яковлева, Анатолий Милосердов. Настоящее время. Саратов. Почему молодой физик Сергей Рыжов смотрел канал Вячеслава Мальцева, я спросил сегодня у его мамы Ларисы Рыжовой, которая с момента ареста сына не видела, но уже сходила на допрос в ФСБ. Наверное, кто-то смотрел. Наверное, кто-то доверял. Но вот конкретно сказать, кто это был, я не могу сказать. Я даже про него не могу сказать, что он смотрел этот канал. У него были мысли о том, что назрели какие-то в стране изменения, которые должны произойти. Первое у него задержание было, когда 26 марта был митинг, организованный Навальным. Они участвовали в этом митинге, и его еще несколько человек задержали. И потом было административное вынесенное решение, административное наказание в виде штрафа. Какие настроения в городе? Никто не говорит, да как вы могли такого сына воспитать? Ну нет, не говорит. Не говорит? Нет. А тогда скажите, как сейчас у него ситуация? Вы с ним когда последний раз виделись? Последний раз виделся как раз на суде, когда его вот выносили решение о мере пресечения. Вот, мне, к сожалению, даже не дали к нему подойти. То есть у меня все время там стояла охрана, которая все время мне... Я попыталась подойти. Мне все время говорили, отойдите, нельзя. В общем, конечно, это очень тяжело. У него в материалах дела ему приписывают там чуть ли не... какие-то взрывчатку и прочее. У вас дома что-нибудь похожее было? Естественно, у вас дома ничего похожего не было. Тем более, что в тот день, когда его задержали, у меня дома проходил... Ну, у нас дома проходил, как они называли, осмотр. Я считаю, что это был обыск полноценный. Протокол этого осмотра есть, и там зафиксировано имя же, что ничего у нас дома найдено не было противозаконного. Он воспитанный, он такой сдержанный, он порядочный человек. И он, я вот глубоко уверена, что он не способен на такие действия. И то, что его вот сейчас по всем каналам так обливают грязью, для меня это очень тяжело. Сергей Рыжов сейчас находится в тюрьме, и никто не знает, что с ним происходит. По крайней мере, родственники не знают. Андрей Барабанов, бывший осужденный по делу Болотной площади, по делу 6 мая, студент Карлова университета прямо сейчас у меня в студии. Привет, Андрей. Видел, как ты смотрел за этим сюжетом, как что очень тебе все знакомо мне показалось. Я хотел тебя спросить вот о чем. Что происходит с человеком, который попадает к политическому делу в первые дни после ареста за решеткой? Ну, в первую очередь, происходит отчуждение человека от общества, от жизни обычной. И поначалу никто ничего не знает, родственники не знают, что произошло. И, естественно, человек, который находится внутри, он чувствует полное вот отчуждение, отстранение, что все о нем забыли. А когда оперативники первый раз приходят? Когда к тебе приходили первый оперативники раз? Сразу же приходят, сразу же после задержания. Меня допрашивали там часов 6, наверное, на Петровке. И по болотному делу ко всем ходили постоянно оперативники. Вот только их задержали, еще не пустили адвоката нормального, а только адвокат по назначению. И ходят оперативники. Они что хотят? Чтобы ты еще на кого-то дал показания или чтобы ты быстрее признался? Ну, по мне было, что чтобы я дал показания на людей и плюс признал вину свою. И вот они пытаются подвести к тому, что у тебя все будет хорошо, что ты получишь минимальный срок, отделаешься условкой, что у тебя никаких проблем не будет. Многие люди этому верят. Но это ошибка, конечно, большая ошибка. Мы сейчас вернемся к разговору с Андреем Барабановым чуть позже. Коротко хочу напомнить всем, кто такой Вячеслав Мальцев, и поговорим еще. Спасибо, Андрей. Вячеслав Мальцев, он ведь назначил 5 ноября днем революции в формате общенародного референдума еще несколько лет назад, и с тех пор активно призывал своих сторонников поучаствовать в ней.
не ждать, а готовиться, как он говорил в своем YouTube-канале. Еще такой жест он делал. Кстати, YouTube-канал его носит то же имя, «Артподготовка», что и движение. У Мальцева была довольно бурная для регионов политическая карьера. Он поработал участковым уполномоченным, стал общественным деятелем, который поддержал в Самаре Вячеслава Володина в его тогдашней борьбе с местным губернатором. Сейчас напомню, Вячеслав Володин — спикер Госдумы. Также Мальцев поработал депутатом местной думы, а на выборах в Государственную думу этого созыва в прошлом году публично занял крайне правую националистическую позицию, но выборы все равно проиграл. И вот накануне своей объявленной им революции вдруг уехал из России, опасаясь уголовного преследования. Ну, накануне объявленной Вячеславом Мальцевым народной революции все лидеры националистов, которые стояли за организацией, к примеру, русского марша, самой массовой акции протеста националистов, оказались или под арестом, или за границей. Среди них был и заявитель акции, спикер движения «Новая оппозиция», которая в свое время считалась глубоко сочувствующей Мальцеву, Юрий Горский. Сейчас он объявил о создании совсем другого движения, «Новая правая альтернатива», которое называет международным. Но он и сам, в общем, возвращаться в Россию Горский не собирается. Он уехал еще до марша националистов 4 ноября. Против Горского возбудили в России уголовное дело по статье «Экстремизм». При этом Вячеслава Мальцева Юрий Горский националистом не считает. Я, к сожалению, констатирую простую вещь, элементарно, что Вячеслав Мальцев не является националистом. К сожалению, стёк у руки его обмана, которая прозвучала год назад при выборах в Федеральную, да, Думу, когда он, по большому счету, и обманул либеральную общественность, назвал себя либералом, и националистов, назвал себя национал-демократом. На самом деле он тем и другим не является. Для меня это он необольшевик, марксист, который также бредил, как и Троцкий, каким-то пожаром революции. То есть он убежденный человек и правда революционер, а вовсе никакой не провокатор из МВД, но просто вот не соратник вам, я правильно понимаю? Нет, во-первых, он не соратник, он, к сожалению, своей деятельностью поставил под удар русское движение и националиста в целом. Что касается провокаторства, я не знаю, я просто, вся его деятельность просто очень легко вписалась в тот план, который спецслужбы применили. У меня нет доказательств, у меня нет осведомителей спецслужбы, чтобы сказать о нем, что он провокатор. Ну, по крайней мере, знаете, судите по делам его, да? Вот по делам я вижу, что все поступки, которые он осуществил за последнее время, они стали провокационным для большинства людей, которые попались на подобные заявления и не нашли никакого подтверждения его собственных действий. Потому что человек, который призывает на революцию, и при этом сам не является на нее, это как минимум странно. Вот смотрите, теперь вопрос. Вот эти благодушные люди, которые поверили Вячеславу Мальцеву и куда-то отправились или к чему-то призывали, а сейчас могут в тюрьму надолго сесть, а почему они не за вами пошли, не за другими лидерами националистов, не на русский марш, а сразу за Мальцевым? Нет ли в этом какого-то кризиса движения? Ну, я вас уверяю, что все националисты никуда за Мальцевым не пошли, потому что большая часть осталась сидеть дома. Все-таки то, которое вот последние полгода, которые я вел вот некую такую разоблачительную стратегию по отношению к 5.11.17, она все-таки сработала. Туда отправились только отчаянные, те, которые романтики, те, которые хотели как-то хоть что-то поучаствовать. Посмотрите туда, кто пришел на Манежку. Те люди, на самом деле, не революционеры, а те, кто хотел посмотреть, как это произойдет. И по большому счету, они вот из этого любопытства. То есть их даже желание не к переменам погубило, а желание просто элементарно любопытство. Как вы думаете, будет жестко с ними обойдется государство российское? Или я нет? Думаю, что более чем, потому что, знаете, что вот... Вот Мальцев, он борец с Путиным, да? То есть вся тенденция, которая вот вся образовалась по отношению к Путину, она его укрепила. И сейчас спецслужбы ради своего продвижения, карьерного роста и ради каких-то погон и финансирования наперед, да, по борьбе с терроризмом и все прочее, она все сделает для того, чтобы этих людей, которых задержали, сделать козлами отпущения. Поэтому так получилось, что деятельность Мальцева и его вот провокационная деятельность 5.11.17, она привела, к сожалению, обнуление всех вот той борьбы, которые русские националисты с собой являли. То есть они хотели быть выведены из маргиналии какой-то, да, то есть хотели участвовать в серьезной большой политике, но сегодня, после таких событий, к сожалению, опять их загонят в подполье. То есть получается, что мы должны начинать с дабл-раз, с белого листа, с белой чистой доски.
Ну что ж, нам не привыкать, мы и будем дальше бороться, потому что наша цель не сиюминутна, она упирается в далекую перспективу, то есть будущее, перспективу будущего, как посредство русского национального государства. А, Юрий Евгеньевич, понятно, то есть пока ждать и готовиться. Ждать и готовиться — это лозунг Мальцева, не ждать. Почему действовать? Вот сейчас я нахожусь непосредственно сам, вынужден политэмигрантом быть, и нахожусь в Литве. Я буду зарегистрировать новую правовую альтернативу и действовать, поднимать флаг именно цивилизованного европейского национализма и какую-то делать международную организацию. Андрей Барабанов опять в этой студии, собственно, никуда не уходил. Продолжаем разговор. Андрей, мне хочется спросить у тебя, потому что, может быть, ты один из немногих, кто имеет моральное право судить ответ на тот вопрос, который у меня появился. А имеет ли смысл, вот как говорит Юрий Горский сейчас нам в эфире, действительно, отсидеться дома и уж точно не ходить на улицу в надежде, что там сейчас революция случится? Как ты думаешь? Ну, во-первых, я считаю, что та революция, которую пытался устроить Мальцев, она, во-первых, была не жизнеспособна. Ну, то есть просто это надо было предвидеть, что никто не выйдет? Я думаю, что нужно было предвидеть, что не выйдет никакое серьезное количество людей. Есть смысл вообще сейчас ходить на такие акции, которые могут закончиться, очевидно, большими сроками? Ну, вот по правам организациям и по правам лидерам заводятся уголовные дела в большом количестве уже давно. И вот сейчас статьи идут и массовые беспорядки, и терроризм. И я не знаю, по ним идет жесткая установка. Я по-другому спрошу. Вот смотри, вот ты, если бы ты сейчас был в России, и у тебя была бы возможность ходить на акции, то есть Федеральная служба исполнения наказаний тебя бы никак не ограничивала. Куда бы ты пошел, куда бы точно не ходил? Где бы у тебя граница пролегала? Ну вот граница пролегала бы в день революции. А на акции по типу 12 июня я бы пришел и поучаствовал бы в ней, скорее всего. Это вот та акция, на которую звал Алексей Навальный? Против да, коррупции, на да? которую звал Алексей Навальный. Но опять же, просто я как человек с опытом, прошедший через арест, у меня получается, что я, естественно, продумываю 3 раза о том, как мне действовать на акции, стоит мне туда идти и насколько высока вообще вероятность посадки. И я думаю, что вот как раз именно Мальцевская — это была самая высокая вообще вероятность быть закрытым, в лучшем случае, по административному делу и, опять же, с зачислением в списке. Не знаю, может быть, это вот такое ощущение того, что это самое опасное, но и судя по тому, как в итоге действуют с ними, и сколько человек из них было задержано по отношению, сколько вышло, да, действительно... Их по полной раскрутят. Да. Скажи, пожалуйста, как ты думаешь, они должны вдумчиво подбирать слова даже в личной переписке? Они должны вдумчиво вообще всю переписку личную уничтожать, потому что по ним ведется очень серьезная разработка. Спасибо. Спасибо большое. Еще свернемся к этому разговору еще с Андреем Барабановым. Не закончили. А про Мальцева хочу вам еще вот что рассказать. Тему-то мы продолжаем. Вячеслав Мальцев, он ведь не один в списке непоследовательных вождей. Вот едва появляются силы, призывающие не просто к мирному протесту, а к несогласованным бунтам, как начинаются обвинения в слабоволии. Мол, на площадь людей позвал, а в автозак за ними не полез. Кто они, политические предводители, которые бросают своих сторонников, едва сталкиваются с полицией, следствием и судами? А может быть, для успеха протеста именно так и нужно поступать? Разбирался Ренат Давлетгильдеев. Впервые новым гапоном Вячеслава Мальцева в своей колонке в «Новой газете» назвала журналист Юлия Латынина. То ли подментованный, как гапон, агент царской охранки, то ли провокатор, сперва бросал вызов, а потом просто бросал. Сбегал, прятался и даже никак не комментировал аресты сотен и своих активистов, и просто случайных жертв системы. Весьма одиозный журналист «Комсомольской правды» Александр Коц, один из главных рупоров прокремлевской газеты, в статье «Ноябрьская недореволюция Мальцева» пишет: «На обязательных селфи из автозаков все те же радостные лица безусых школьников и студентов, которых взрослый дядя Слава бросил прямиком под уголовный пресс. По крайней мере, наверняка рассчитывал на это». Сколько нацболов сейчас в тюрьме?
COVID-19. Если в этом ваша вина, нет, есть только вина государства. Это из интервью Лимонова мужскому журналу FHM 2006 года. Мир глянца всегда любил революционера и пижона. Зато и почвенники того нулевых образца и либеральный правком безостановочно обвиняли деда в том, что он своих бросает. Мол, ребята садятся на серьезные сроки, а он, Эдичка, их политический гуру, не бросается их спасать. Будучи в каком-то смысле квази-анархической организацией, нацболы хоть и называли своего лидера дедом, из Эдуарда Лимонова единственного и великого вождя не делали, особенно если говорить о политическом акционизме и революционном задоре. И не забывайте о важном правиле. Преступление, совершенное в сговоре группой лиц, это всегда другие статьи и другие сроки. Отсюда и принцип: если и идешь на дело, то знай, что ты один. И никогда не сдашь ни вождя, ни друга. Мы вас научим Конституцию любить! Мы вас научим Конституцию любить! НПП! НПП! Больше того, именно в годы, когда Эдуард Лимонов сидел в тюрьме, произошел расцвет нацболовского активизма. Все самые яркие, лучшие акции прошли без его глаз. В этом случае действовала и другая логика. Был бы дед на свободе, может, и не разрешил бы, а так каждый почувствовал себя немного павленским лет за 10 до первых прибитых, зашитых и зажженных. Но главная мишень всех желающих обвинить политического лидера в неуважении к пастве, причем иногда и среди либеральной тусовки, а не только в изданиях путинского повара Евгения Пригожина, это, конечно, кандидат в президенты, блогер и глава фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный. Два самых известных случая – Денис Лебедев и Александр Туровский. Лебедев в августе 14-го пострадал на акции «Датчинг» и написал потом в блоге. Знаете, Навальный любит очень громко кричать «один за всех и все за одного». Очень хороший и правильный лозунг, но работает он только тогда, когда этот «один» сам Навальный. Мол, он просил политика о помощи и юридической, и с врачами, но Навальный несколько месяцев просто игнорировал все письма, а после сообщил, что и он сам, и ФБК не имеют никакого отношения к мероприятию и ничем помогать не обязаны, а каждый активист должен осознавать всю опасность ситуации, раз туда, цитата, «попёрся». Вторая история, более свежая, случилась летом с сотрудником московского штаба Навального Александром Туровским. Его сперва жестоко избили полицейские во время штурма штаба, продержали всю ночь по обезьянникам, а затем еще и признали виновным в неповиновении законным требованиям сотрудников полиции и оштрафовали. Сам Туровский вскоре написал в Фейсбуке: «За время, прошедшее с момента нападения на штаб, мне помогали десятки, сотни простых ребят-волонтеров, которые, как и я, боролись за справедливость. Но вот от Навального никакой помощи я так и не увидел». Отсюда и бесконечное обвинение в том, что Навальный молчит о своих пострадавших активистах, а вместо этого постит в соцсетях новости об успехах в борьбе с коррупцией. Сам Навальный такие обвинения регулярно отрицает, того же Лебедева неоднократно называл провокатором и кремлевским засланцем, а Туровскому предлагал помощь и заверял, что нанимал ему адвокатов. Более того, публично обещал написать жалобу в ЕСПЧ по каждому задержанному на митингах в его Навального поддержку. Андрей Барабанов, бывший узник Болотной площади, студент Карлова университета сейчас, слава богу, прямо здесь, в Праге, в нашей студии. Скажи, когда вот люди оказываются, которые идут за своими вождями, так или иначе, за решеткой, а очень заметна изоляция и равнодушие общества или нет? Или это только кажется? Ну, на самом деле, очень заметно, и заметно с первых дней. То есть у человека там время замедляется, и поэтому он все воспринимает как вот месяц, это чуть ли не полгода. Поэтому то, что нам кажется, что человек провел полгода, год в СИЗО, на самом деле для него это целый огромный кусок в жизни. И любой вот момент, когда реально про него забыли, или там, допустим, как в Болотном деле, в первый месяц особо не суетилась общественность, то действительно первый месяц это ощущение вот полного вот такого вот изоляции. А есть обида на людей? Ну вот как же так? Все вместе были, а теперь никому не нужно? Я думаю, что у тех, кто вот попадает в такие ситуации, есть обида. У меня была обида вот именно в первый месяц, потом уже все, конечно, общественность полностью взяла все в свои руки, уже никакой обиды не было, да. Знаешь, эта общественность, которая взяла в свои руки, на самом деле, мне отсюда вот с воли казалось, что это человек 100, наверное, от силы. Ну, людей, это, которые конечно, ядро. Могут
по именам назвать всех людей, которые оказались по болотному делу. Ну, а так в целом, конечно, когда ты находишься в заключении, ты думаешь о том, кто был организатор, что он сделал, как он себя повел. И я думаю, что и у людей, которые сейчас оказываются, у них тоже много вопросов к своим лидерам, почему их призывал человек, который находится за границей, а сейчас они будут получать десяточки, двенашки, там, возможные 40. Следователь воспользуется этим? Он задаст этот вопрос? Следователь, безусловно, воспользуется этим, и, конечно, он сыграет, то есть, когда вот человеку грозит 10 лет тюрьмы, и при этом его призывал человека за границу, то я не знаю, какая у человека должна быть мотивация, чтобы выгораживать вот этого вот организатора. Скажи, можно ли как-то, вот у тебя появилось понимание, как людям, которые не сели, но, например, вместе с тобой стояли на акции плечом к плечу, объяснить, что им бы стоило чаще думать о людях, которые в тюрьме? Или это невозможно, как ты думаешь? Ну, я думаю, что когда касается конкретно человека, который рядом с тобой стоял где-то на акциях, то ты волей-неволей, если ты нормальный человек, ты волей-неволей начнешь чувствовать какую-то причастность к его судьбе. А что акция продолжается и после, когда люди в тюрьме? Что это в долгу? Это надо объяснять или это тоже не очень реально? В долгу вот надо объяснять. Нужно на самом деле объяснять простые вещи, что требуется не какая-то большая помощь, это может быть все что угодно. Любая помощь человеку, письмо, какая-то открытка, мини-посылка, это может быть все что угодно. И любой человек, находясь в заключении, он будет чувствовать это внимание к себе. То есть это не обязательно должно быть что-то большое. Если это дело о терроризме раскрутится в большое, оно вполне имеет все шансы раскрутиться в заговор, который предотвратила Федеральная служба безопасности. Это как-то изменит вообще отношение к оппозиции в России, как тебе кажется? Если можно, последний вопрос коротко. Я думаю, что не изменит никак, но при этом позиции именно правых, они еще больше ослабнут, и мне кажется, это будет прям такой разгром уже конкретный. И просто учитывая то, что у них и организаторы за границей находятся, и часть из них посажена, и лидеры, и обычные участники разрознены, поэтому, конечно, это очень сильный удар для них. Спасибо. Ну вот мы будем следить за этим. Спасибо большое, Андрей Барабанов, и за теми людьми, которые сейчас проходят по этому новому политическому, как угодно к нему можно относиться, но к политическому делу, безусловно. Спасибо большое. Спасибо, Тимур. А в Петербурге в выходные прошел митинг в защиту образования и Европейского университета, который сначала лишили лицензии, а теперь и помещения. Ну, не университет, конечно, не митинг. На согласованную акцию пришли больше 200 человек, в основном студенты, сотрудники научно-исследовательских институтов, в том числе Европейского университета, преподаватели, профессоры, активисты. Выступить в защиту Европейского университета приехала и Ксения Собчак. Но сделать ей это удалось с большим трудом. Собчак освистали. Собчак сама, Ксения Собчак, назвала такую вот реакцию собравшихся со свистом на свое выступление провокацией. О каких-либо задержаниях по итогам митинга не сообщается. И там же, кстати, в Петербурге сегодня вынесли приговор тверскому блогеру, который в 2014 году высказался против государственной поддержки для переселенцев из самопровозглашенных республик на востоке Украины в ущерб жителям России. Ну, он тогда сказал, что есть нечего жителям России, а переселенцев принимает Россия. Примерно в таком тоне. Решение суда оказалось весьма неожиданным. На суде побывал собственный корреспондент в настоящее время в Петербурге Юрий Баранюк. На оглашение приговора из Твери Анатолий Плешанов приехал без обратного билета. Готовился к реальному сроку за, цитата, «возбуждение ненависти либо вражды», а также за унижение достоинства человека либо группы лиц. Это первый пункт 282 статьи Уголовного кодекса. В 2014 году блогер в паблике во ВКонтакте возмутился тем, что беженцам из самопровозглашенных ДНР и ЛНР резервировали бюджетные места, в вузах платили денежные субсидии из регионального бюджета, а в то же время в Тверской области проблемы коренных жителей не решали годами. Все это время дело Анатолия Плешанова рассматривали без широкой огласки в СМИ. И только накануне оглашения приговора он решился записать видеообращение к своим единомышленникам. Меньше чем за сутки ролик посмотрели почти 500 000 человек. Прийти поддержать блогера смогли единицы. Дело разбирали не в Твери, а в Петербурге.
потому что именно из северной столицы Плешанов запостил в паблик скандальную публикацию. Судья учла, что молодой человек до этого не был судим и на первый раз назначила наказание условно. Сам Плешанов своей вины не признал, чтобы обжаловать решение у него есть 10 дней. Но блогер считает, что большей справедливости он не добьется и поэтому в основном думает, как и чем будет заполнять свои страницы в социальных сетях в будущем. Буквально единственная публикация была, которая потенциально как-то могла вот быть рассмотрена вот в таком ключе и рассмотрели. То есть, в принципе, есть опыт и понимаю, что нужно хорошенько анализировать все и только потом возмещать. Писать не перестанешь? Нет. Ну, буду более это все обдуманно делать. Плешанов планирует меньше использовать нецензурную лексику и навсегда отказаться от оскорбительных названий национальностей. Юрий Баранюк, Александр Глебов. Настоящее время. Санкт-Петербург. Кстати, сразу после моей программы смотрите документальный фильм Виталия Манского «Родные». Это история о том, как сам Виталий Манский, россиянин по паспорту и украинец по месту рождения, отправился на малую родину, свою малую родину, навестить своих родственников после начала военного конфликта. Проделав путь от Львова до Донбасса, он создал выразительный портрет своей семьи, поделенной политикой так же, как поделена и Украина, и Россия. Это Виталий, Леночкин брат. Вот месяц два все закончилось. Увидишь. Это вот мы ходим просто по пачкам долларов. Люда, закрыли тему. Про политику мы не говорим. Смотрите далее в этой программе. На грани нового конфликта Польша и Украина грозят друг другу новыми запретами. Во время землетрясения разбилось окно. Оно упало прямо на меня. Осколки ранили, попали мне в руку и лицо. Самое мощное за 30 лет землетрясение на границе Ирана и Ирака унесло более 400 жизней. Выхода нет. Как футбольный праздник в Лужниках превратился в многочасовой кошмар для болельщиков. Посадик хорошо сделал. Первый матч на главной арене чемпионата мира 2018 года, реконструированном стадионе «Лужники», обернулся скандалом. После игры болельщикам пришлось несколько часов выбираться со стадиона. Организаторы матча ответственность переложили на руководство Лужников. Те на городские власти, а они уже и на строителей, ремонтирующих станцию метро «Спортивная». И все бы ничего, с кем не бывает ошибок в организации крупных мероприятий, но скоро в стране стартует чемпионат мира по футболу. Дарья Ализаде разбиралась, давно ли так повелось провожать болельщиков и что с этим теперь делать. А мы все топаем, короче. А мы все еще идем. 45 минут. Маленькими шажками, плечом к плечу. В этой толпе все уже забыли, что россияне заплатили 1 миллион долларов за приглашение сборной Аргентины. Правда, президент РФС Виталий Мутко эту информацию отрицает. Забыли спорный гол в ворота России на 86-й минуте. Забыли, как играл легендарный Лионель Месси. В головах лишь одна мысль – выбраться, спастись. Почти 79 тысяч человек после матча направили к станции метро «Спортивная». Причем направили всех и без особого выбора, за что и получили сотни возмущенных постов в социальных сетях. Сквозь живой коридор из коней и людей в форме нас медленно вели к выходу. Это был срам и стыд, особенно нам, россиянам, перед иностранными болелами. Дорога от стадиона до метро 90 минут. При этом в метро я вообще не хотел, но выйти за пределы шеренги нельзя. Стоишь в толпе, как зэк среди конвоиров. Ноги замерзают, шаг в сторону не сделать. Мы так же будем делать и на чемпионате мира? Позорище! Это не меры безопасности, а издевательство над болельщиками. Расположение Лужников изначально выбрано не самое удачное. С трех сторон стадион окружает Москва-река. Но путей для отступления тысяч зрителей достаточно. Две станции метро – Спортивная и Воробьевы горы, и наземная станция Московского центрального кольца – Лужники. Но ближайший к стадиону вход на станцию Спортивная в тот день был закрыт из-за ремонта. А станция Воробьевы горы, по официальной версии, не работала на вход, так как по пути к ней расположен находящийся на реконструкции бассейн. Людей за дураков держат. Я и приехал, и уехал с Воробьевых. Все там нормально было, и везде проход был. Так или иначе, поток направили к Спортивной. Реконструкция реконструкцией, а российская действительность российской действительностью.
В заявлении московской полиции говорится, что поэтапное освобождение зрителями трибун и организованный проход к общественному транспорту были такими по соображениям безопасности. Болельщики уверены, просто отношение к зрителям осталось на уровне 90-х. Считать, что у нас ничего не изменилось с фанатской стороны, нельзя, болельщики поменялись. А позиции как было, так и остается дофига. При том, что это матч не ЦСКА «Спартак», не какой-то супердерби. Это не «Зенит» там Невским фронтом поехал разбираться с обнаглевшими москвичами. Это люди со всей страны поехали на праздник футбола посмотреть свой вот этот красавец стадион, на который вся страна своим бюджетом скидывалась. Вице-премьер Виталий Мутко произошедшее назвал проблемой с логистикой и извинился перед зрителями. А Мосгортранс проблем не заметил вовсе и спустя 4 часа после окончания матча отчитался. Транспортный комплекс Москвы полностью справился с перевозкой всех гостей и болельщиков матча в Лужниках. Благодаря слаженной работе ГУВД Москвы, Росгвардии, УГИБДД, Мосметро, МЦК, Мосгортранс отработали на высоком уровне. Правда, несколько сотен комментаторов к этому посту не разделили хорошего настроения транспортников. Наши победили, пробок не было, метро ходило с укороченными интервалами, болельщики и остальные граждане довольны, ВВП растет, народ живет все лучше и лучше. Мы стали более лучше транспортироваться. Комментарии забудутся, а пресс-релиз на сайте останется. Но болельщиков больше беспокоит, чтобы на таком же уровне организация не осталась к июлю следующего года. Оргкомитет чемпионата мира 2018 успокаивает. Тогда все будет не так, как сейчас. И метро откроют, и барьеры уберут, да и холодов не будет. Болельщики обещаниям не слишком верят и формулируют главную задачу для сборной России на чемпионате мира – выйти из Лужников. Дарья Ализаде для часа Тимура Олевского. К другим новостям. Многодетная мать из Екатеринбурга, у которой органы опеки отобрали двоих приемных детей, объявила голодовку. Серьезную голодовку. С плакатом и спальным мешком женщина сегодня отправилась к зданию областного министерства соцполитики, чтобы потребовать встречи с министром. По словам Юлии Савиновских, встречи с ней чиновник избегает. Женщина уверена, изъятие детей из семьи произошло незаконно. Впрочем, суд действий органов опеки поддержал. Подробности в материале Антона Захарова. На свой одиночный пикет у здания Минсоцполитики Юлия Савиновских взяла спальный мешок и складной туристический стул. 40-летняя мать, у которой отобрали приемных детей, объявила сухую голодовку и требует личной встречи с министром. Кушать я не буду, пить я не буду. То есть вы на сухую будете голодать? Я буду голодать на сухую. Двоих приемных детей у многодетной матери соцработники отобрали в конце лета. Формальным поводом для этого послужила операция по удалению груди. По словам Юлии, большая грудь мешала ей жить. Чиновники признали хирургическое вмешательство попыткой поменять пол и тут же забрали у женщины двоих взятых в приюте мальчиков. Я не собиралась менять документы на мужские. Я не собиралась отращивать себе пенис. Я не собиралась употреблять гормоны. 5 октября районный суд приостановил рассмотрение иска о расторжении договора опеки над детьми. Юлии предложили пройти психологическую экспертизу. Сама женщина уверена, дело затягивают специально, чтобы успеть пристроить малышей в новые семьи. Все это время, уже больше месяца, она добивалась встречи с министром, который, по ее словам, никак не хотел идти на контакт. Сначала был в отпуске, а потом якобы сразу ушел на больничный. Я буду здесь стоять и не уйду с этого места, пока не проведется соответствующая, настоящая служебная проверка. После 2,5 часов одиночного пикета у министерства женщину пригласил замминистра. Разговор с чиновником занял 2 часа, но положительного ответа Юлия не добилась. Чиновник сообщил, что у министерства рычагов воздействия на органы опеки нет. Могут делать, что хотят. И все их действия могут быть оспорены только лишь в суде. Никак иначе. После Юлии к журналистам вышел и замминистра. В интервью чиновник воздержался от конкретики и вновь переложил ответственность на суд. Управление социальной политики на территории нашей области является отраслевыми и исполнительными органами власти, которые принимают решения по назначению приемных семей, по всем вопросам, связанным с опекой и попечительством. Мы, как Министерство социальной политики, можем давать рекомендации, но принимать решения, конечно, должны они. Теперь супруги, потерявшие двоих членов семьи, будут ожидать решения суда по апелляции. Все это время малыши продолжат жить в детском доме. Совершенно другие дети стали. Просто потерянный взгляд, никому не нужные. Ну, просто страшно на самом деле. Дата окончательного решения суда пока неизвестна. Видеться с приемными детьми семье не разрешили. Продолжать голодовку женщина не стала. Антон Захаров для «Настоящего времени».
Ну, надо сказать, что в России это не первый, вероятно, не последний случай, когда органы опеки решают, что детям будет лучше в детском доме и забирают их из семьи. Вот, ну, например, зимой 2017 года из семьи Дель опека изъяла 10 детей, потому что на одном из приемных сыновей воспитатели детского сада обнаружили синяк. Собирались подписи на сайте Change.org. Семья Дель судилась с органами опеки. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявляла, что изъятие детей из семьи должно быть крайней мерой. Уполномоченная при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова даже говорила о необходимости вернуть детей в семью, но в итоге семье Дель вернули только двоих детей, остальных передали в Центр поддержки семьи и детства «Зеленоград». А летом 2017 года, во время прохождения лечения в московской больнице, органы опеки забрали мальчика, жившего в приемной семье из Магадана. В свои 11 лет он весил 11 килограмм. На приемную мать завели уголовное дело. Мальчика передали на попечение другой женщине. И мы, кстати, следим за этой историей и за историей Юлии Савиновских, которая добивается возврата в семью двух приемных детей в Екатеринбурге. А сейчас бы мне хотелось спросить у Елены Ольшанской, президента благотворительного фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам». Все истории очень разные. И всегда есть опасность. С одной стороны, государство, которое может очень многое, в том числе и всегда забрать ребенка, что, наверное, очень травматично. С другой стороны, и родители тоже не всегда добросовестны. Где найти эту золотую середину, Елена? Вы знаете, никто еще эту золотую середину не нашел. И, конечно, детей отбирают не только в России. Во всех странах у государства есть полномочия в каких-то крайних ситуациях приходить в семью и принимать решение о том, что дети в этой семье больше проживать не будут. И, конечно, к сожалению, когда есть такая власть, когда есть такие возможности государства, системы, при которых не будет вообще никаких ошибок, при которых не будет никаких... таких не совсем объективных выводов, там, да, или какой-то карты, ну, не бывает. А много идеологии в решении государства о том, оставлять или забирать детей у родителей, когда принимают такие решения? Про идеологию я не очень ваш вопрос поняла. А если объясню очень просто. Ну, вот я не знаю, мама написала в какой-то статус в Фейсбуке, я не знаю, в поддержку гомосексуалов. Например, или там, я не знаю, что угодно могла сделать. Может это быть основанием? Смотрите, в чем основная проблема сегодня в нашей стране, да? Потому что у нас очень неконкретное вообще в законе вот эти вот критерии, по каким ребенок может быть из семьи изъят, они катастрофически неконкретные. Угу. Это действительно все сегодня ложится на усмотрение конкретных специалистов органов опеки, которые в меру своей субъективности будут усматривать угрозу жизни и здоровью ребенку или неисполнение опекуном своих обязанностей. То есть каких-то понятных механизмов, и даже не столько там критериев прописанных, да, где был им написан список, там это можно, это нельзя писать в своем блоге. А прежде всего... процедур расследования, например, да, то есть вот какие специалисты, в какой срок, какими методами должны определять, опасность есть для ребенка или нет. Потому что, конечно, ситуация, когда это может быть опасность, они бывают. Конечно, бывают. Потому что вообще сомнений нет. Нет сомнений. В Магадане, которую привели, например, да, где мама реально уже, как бы, насколько знаю, с решения, там, да, по крайней мере, что такое видел вчера в новостях, о том, что признали Следственный комитет, что действительно там вот мама морила ребенка голодом в течение многих лет и сделала из него инвалид. У меня очень короткий вопрос. Скажите, вот да, нет. Внимание, которое, когда журналисты привлекают к таким историям, вытаскивают их на свет, они помогают родителям или скорее мешают? Да, нет, на ваш взгляд? Слушайте, очень по-разному. Бывает, когда они помешали, прям реально сильно помешали. Бывает, наоборот, когда помогли. Здесь вопрос, опять же, во-первых, в тоне. То есть, если начинается такая жуткая война там, да, с какими-нибудь госорганами, они очень часто, они приходят в контрнаступление. Особенно, если у родителей не все чисто в истории, и начинается какой-то обмен там, да, компроматом, скажем так. И в этом смысле они проигрывают. Понятно. Они идут вот до конца, и у них есть что скрывать, они проигрывают почти всегда. Но во многих историях именно внимание помогло родителям детей. Да. Елена Ольшанская. Елена, спасибо большое. Мы просто к этим историям будем возвращаться и поподробнее о них рассказывать. Тогда и поговорим поподробнее. Спасибо большое за ваше экспертное мнение. Спасибо, Елена Ольшанская. А глава компании «Роснефть» Игорь Сечин сегодня так и не появился в замоскворецком суде столицы. Он был вызван как свидетель по делу бывшего министра экономического развития России Алексея Улюкаева.
По словам судьи, приставы пытались передать Сечину повестку по месту работы, но сотрудники Роснефти отказались ее принять. Помимо этого, повестку отправляли факсом и по почте. Причина, по которой глава Роснефти не явился для дачи показаний, суду неизвестна, а пресс-секретарь компании Михаил Леонтьев сообщил СМИ, что Сечин никаких повесток не получал. Улюкаев прибыл на заседание с опозданием, которое объяснил тем, что человек он подневольный. На вопрос, готов ли он встретиться с Игорем Сечиным в суде, экс-министр не ответил. Бывшего министра Минэкономразвития обвиняют в получении взятки в размере 2 миллионов долларов за положительную оценку, которая позволила бы Роснефти приобрести акции компании «Башнефть». Улюкаев свою вину отрицает. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Судья Замоскворецкого суда повторно выписала повестку Игорю Сечину. Следующее заседание по делу бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева, на которое вызван глава Роснефти, состоится 15 ноября. О других новостях этого дня коротко расскажет мой коллега Антон Золотых. Самое мощное за последние 30 лет землетрясение на границе Ирана и Ирака произошло в ночь на понедельник. По последним данным, более 400 человек погибло, почти 7 тысяч получили ранения. Магнитуда землетрясения составила 7,3 балла. Эпицентр находился в 32 километрах от иранского города Сарполь-эз-Захаб, менее чем в 20 километрах от границы с Ираком. Однако толчки были такой силы, что ощущались в Турции, Израиле и Кувейте. Обломки попали мне в руку. Они ранили меня. Во время землетрясения разбилось окно. Оно упало прямо на меня. Осколки ранили, попали мне в руку и лицо. Спасательные работы ведутся до сих пор. Многие дороги оказались заблокированы. Жители отдаленных деревень не могут получить помощь. В последний раз столь мощное землетрясение произошло в Иране 5 лет назад. В провинции Восточный Азербайджан тогда погибло более 300 человек. Депутат Верховной Рады Украины Александр Онищенко заявил, что суд в Испании отказал в его экстрадиции на родину. При этом он не стал показывать журналистам решение суда. В Национальном антикоррупционном бюро Украины настоящему времени сообщили, что к ним не поступало никаких официальных документов от компетентных органов Испании по поводу экстрадиции Онищенко. Депутата Верховной Рады обвиняют в хищениях газа и государственной измене. Он бежал за границу и считает, что его преследуют по политическим мотивам. Ранее стало известно, что Онищенко подал документы на получение гражданства Германии. Сам депутат утверждает, что речь идет о рабочей визе. Следственный комитет России готов сотрудничать со Всемирным антидопинговым агентством. В обращении, направленном в адрес ВАДА, речь идет об исследовании базы данных Московского антидопингового центра. До сих пор Следственный комитет не допускал международных специалистов к базам, ссылаясь на собственное расследование. Между тем, как сообщает немецкий телеканал АРД, Всемирное антидопинговое агентство не собирается восстанавливать российское антидопинговое агентство в правах. И это ставит под угрозу участие России в зимней Олимпиаде в Пхёнчхане в следующем году. Решение о статусе российского антидопингового агентства будет принято в ближайший четверг, сообщает телеканал АРД. В Голливуде в воскресенье прошел марш против сексуального харассмента. Несколько сотен человек несли плакаты под лозунгом «Me too, я тоже». Это социальная кампания, в рамках которой женщины и мужчины по всему миру рассказывают о случаях сексуального домогательства в их жизни. Я сталкивалась с сексуальными домогательствами множество раз. Это повлияло на все аспекты моей жизни. У меня была тяжелая депрессия. Я всегда пыталась говорить об этом, но это очень неудобная тема для многих людей. А то, что происходит сейчас, дает ощущение очищения. За последние несколько недель обвинения в домогательствах поступили в адрес многих деятелей шоу-бизнеса. Среди них голливудский продюсер Харви Вайнштейн, звезда телесериала «Карточный домик» Кевин Спейси, американский комик Луи Си Кей и другие. Со многими из них уже прекратили сотрудничество известные теле- и кинокомпании. В Китае правительство внедряет в инфраструктуру крупных городов развитую систему слежения. Миллионы камер, установленных на улицах, настроены распознавать прохожих по лицу, по походке и даже по голосу.
В человеческой жизни есть две стороны – безопасность и право на личное пространство. Я думаю, что для китайского народа безопасность важнее, поскольку без безопасности не может быть и личного пространства. Разработкой программного обеспечения для подобных систем слежения занимаются частные компании, их основной клиент – государство. Также они тесно сотрудничают с полицией. В дальнейшем правительство Китая планирует создать единую базу данных, с помощью которых любого уличного прохожего можно будет опознать в считанные секунды. Западные журналисты уже окрестили подобную инновацию «оком большого брата» по аналогии с романом «Антиутопия» Джорджа Оруэлла «1984». Украина отталкивает от себя одного из последних союзников, но список украинцев, которым запрещен въезд в Польшу, слишком короткий. Министр иностранных дел Польши Витольд Вашковский делает новое заявление о политике Украины. Вопросы истории вновь становятся причиной конфликта между двумя странами. Речь даже заходит о запрете въезда в Польшу некоторым украинским гражданам. Подробности из Киева у Юлии Дрозд. Люди, которые демонстративно носят форму СС Галичина, в Польшу не въедут. Министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский в начале ноября превратился в главного ньюсмейкера по проблеме украинско-польских отношений. Ващиковский не рекомендует президенту посещать Киев с официальным визитом. Сам Анджей Дуда просит президента Украины убрать из власти людей с антипольскими взглядами. Я ожидаю от президента Петра Порошенко и его коллег, что люди, которые открыто провозглашают националистические и антипольские взгляды, не будут занимать важные места в украинской политике, потому что такие люди не способствуют развитию отношений между нашими странами. Критикует польские политики Владимира Вятровича, директора Украинского института национальной памяти. Он якобы препятствует эксгумации на территории польских захоронений в Украине. Вопросы исторического примирения сейчас едва ли не ключевые в украинско-польском диалоге. Отношения между двумя странами в последнее время то ухудшаются, то улучшаются. Вандалы портят памятники украинско-польской истории, злоумышленники обстреливают консульства. Киев и Варшава совместно осуждают эти преступления. Но польские радикалы на марше в День независимости в минувшую субботу появились с плакатом «Помним Вильнюс и Львов». Официальная Варшава вновь делает резкие заявления. Польские СМИ сообщали, что Варшава якобы запретила Вятровичу въезд в страну. Однако официальных подтверждений этому пока не было. Министерство закордонных справ нас повідомило, что официального подтверждения они не могут надать. Я мушу визнати так, что такие перепады у веденні діалогу, який стосується історичного минулого, в нас є. Ці питання, які зараз порушуються, вони не нові. Але це не означає, що їх не можна вирішувати. Ми хочемо надалі підтримувати діалог з Польщею, надалі розвивати стратегічне партнерство і надалі працювати над тими проектами. На фоне обострения в отношениях с Варшавой Петр Порошенко инициировал специальное заседание совместно с президентом Польши Анджеем Дудой. В Польше это предложение встретили положительно. Встреча может состояться накануне саммита Восточного партнерства, который пройдет 24 ноября. Юлия Дрозд, «Настоящее время». Украинские и польские дипломаты должны собраться на чрезвычайное заседание в Кракове. Об этом Анджей Дуда и Петр Порошенко договорились в минувшие выходные. Но до сих пор польский президент не дал окончательного ответа о своем визите в Украину. Как на обострение отношений между двумя странами смотрят в Киеве и Варшаве, продолжим выяснять прямо сейчас. Правящая партия Качинского «Право и справедливость» смогла подогреть националистические настроения в Польше, используя память о трагедиях прошлого, уверен журналист Вацлав Радзивилович. Я спросил у него сегодня, чем соседи Польши могли бы ответить на этот вызов. Если бы все встали на колени и попросили бы прощения, или как это вдова у Гоголя, сами себе высекли, это было бы страшное несчастье для правящей власти у нас, потому что они строят свою политику, свои поступки на этой волне национализма и на волне ощущения осужденной крепости. Можно сказать, совсем ближе. Что касается украинской темы, у нас в Польше сейчас
по-разному говорят, то ли 1,5, то ли 2 миллиона людей из Украины приезжают в Польшу работать. И это огромная поддержка для польского рынка труда, для польской экономики. Они работают в разных местах, тоже в таких, где поляки не хотят работать. Знаете, если вдруг бы оказалось, что украинцев нету, но очень многим заводам и людям было бы стало бы очень тяжело, знаете. Но было бы это отрезвение, но сложно сказать. Сколько времени уйдет на то, чтобы трагедии и утраты 20 века перестали влиять на политические отношения между Польшей и Украиной? Я спросил сегодня у главы организации «Центр UA», эксперта по европейской интеграции Украины Олега Рыбачуга. Сейчас в Польше пришли к власти политики, которые, скорее всего, через 2 года потеряют политическую поддержку, потому что лучший способ лечения страны от радикализма – это дать радикалам власть. Вот они пришли, и даже из того, что я услышал от польских коллег, из того, что, о чем говорят поляки там, в украинском фейсбуке, да, вот, потому что сейчас в фейсбуке много дискуссий на эту тему идут, приблизительно месседж такой, что «братья украинцы, дайте нам там меньше 2 лет осталось, потерпите, мы эту власть поменяем». Вы не обсуждали это? Может быть, заставить эти дискуссии, кто поставил памятник Пилсудскому, а кто поставил памятник Бандере, и делать вид, что вообще этого нет, забыть эти разговоры на то время, пока, по крайней мере, сейчас у власти право и справедливость в Польше? Если вы обращаетесь ко мне как к гражданину или политику как Украины, вам, как то, эксперту, да. Да, это я, а я двумя руками именно за такой сценарий. А как прекрасно получится? Прекрасно. Вот из плюсов то, что по последней информации подтверждается желание и готовность президента Польши приехать с визитом в Украину. Это определенная такая внешняя разрядка и провести экспертные консультации. Просто тренд, в общем-то, это же не украинский, не польский. Тренд такой, если не мировой, то точно европейский, когда вот сейчас на волне экономических сложностей, неопределенности к власти или приходят, или набирают баллы именно правые радикальные силы. Вот тогда у меня вопрос, это важно, извините, да. Зафиксировали, да. Приходят к власти правые радикалы. Или набирают вес политический. Тогда смотрите, я разговаривал с украинскими националистами здесь в эфире, вот Андрей Белецкий был у меня. Да-да. И он мне говорил, как человек, который думает о украинском национализме взглядом в будущее, рассказывал про Балто-Черноморский союз. Польские националисты еще недавно, когда был Майдан, тоже говорили о будущем, как бы забыли старые обиды и начинаем строить свои национальные государства, соединяясь вместе на одних правых позициях. Кто заставил всех повернуть взглядом назад? Дело в том, что даже правые, они имеют определенные группы политиков разного уровня и с разным избирателем. Сейчас похоже, что в Польше сейчас как раз преобладают политики, которые не мыслят категориями там, определенной стратегии. И я повторяю, для них внешняя политика, в общем-то, не есть приоритетом. Все, что они делают во внешней политике, служит цели притворения, реализации их программ во внутренней политике. В Украине несколько иная ситуация. В Украине есть правые силы, которые мыслят там более глобально, и есть правые силы, которые работают чуть ли не на таком местечковом уровне. В основном это правые силы, которые на границе с Польшей, те же представители политических сил из Волыни, то есть те, у которых есть общая история, и опять для жителей, которых эти все раны еще болят. То есть время от времени Украина, Польша, они там довольно удачно переводят этот дискурс в историческое прошлое, восстанавливают, вот как-то подлечивают раны.
Новости о украинском режиссере Олеге Сенцову пришли прям незадолго до того, как началась эта передача. Его адвокат Дмитрий Динзер рассказал, что Олег Сенцов нашелся сразу после этапа в Ямало-Ненецком округе, где сейчас он находится, в колонии «Белый медведь». Его отправили в штрафной изолятор, за что пока не сообщается. Также в своем письме правозащитникам Олег Сенцов рассказал, что за время этапа успел побывать в трех не самых приятных пенитенциарных заведениях, которые считаются тяжелыми, но там к нему методов физического или психологического воздействия не применялось. По крайней мере, об этом говорится в его письме. За судьбой Олега Сенцова мы следим очень внимательно, узнаем, что сейчас он в итоге в колонии в ШИЗО. Что будет дальше, я вам обязательно расскажу. Я, Тимур Олевский, вернусь в эту студию завтра и расскажу вам что-нибудь новое. Пока.